В поселке Мирный на окраине Ярославля только и говорят о сильном пожаре. Жилой дом на улице 2 Путевая вспыхнул, как спичка. Мне позвонили на работу, я приехал. Все горит. Все горит, думаю, смотрю, у меня горит уже. Дом Вячеслава Зайцева рядом со сгоревшим. Мужчина рассказывает, пожарные спасли его жилье. С огнем боролись без малого 8 часов. К месту возникновения пожара выехали силы средства пожарной охраны в количестве 38 человек личного состава и 9 единиц техники. Загоревшийся дом был на 2 семьи. В момент пожара внутри были люди. Вещи потом еще пытались спасать, но было уже бесполезно. Пламя не пощадило ни метра строения. Дом площадью более 150 квадратных метров уничтожен полностью. У людей сгорело все. Теплая одежда, вещи, а самое главное – деньги и документы. В огне погиб 54-летний мужчина. Госпошнадзор и следователи уже побывали на пепелище. Сейчас обугленные доски разгребают знакомые сына погибшего. Произошел с отцом конфликт. И пошел до соседа, чтобы думал, ну придет с ним, утихомирит его. Не успел до него дойти и услышал взрыв. Ну и тут уже так полыхало, то что даже подбегать уже было бестолку. Почему случился пожар, установит следствие. Очевидцы рассказывают, мужчина мог и поджечь дом. Погорельцев на время приютили родственники. Помощь будет оказана в размере 9560 рублей на каждого. В дальнейшем, по предоставлению документов, также им будет оказана помощь на возмещение ущерба, причиненного при пожаре. В размере 2 прожиточных минимумов. Городская власть уже помогла теплыми вещами, едой и средствами первой необходимости. Теперь погорельцам нужно восстановить документы. А вот как восстанавливать сгоревшее жилье, люди пока не знают. Георгий Колчин, Дарья Коос. День в событиях.